За работу, друзья мои. Значит, эта великолепная остановка была мною произведена вот здесь вот, около автострады. Сейчас мы вон туда с вами выйдем, пойдем направо. И впереди нас будет ждать АК. И я надеюсь, что-то интересное, но что-то интересное, я думаю, будет ждать тебя уже внутри этого видео. Это что-то интересное, ребята. Это правдивый рассказ о моей жизни. Ваше здоровье, ребята. Это великолепный лукойловский кофе. Так, единственный момент, что мне надо, конечно, будет так вот крышечкой его подзакрыть посильнее, чтобы он у меня не расплескивался. Понимаешь, вот здесь какая у меня авария случилась. Вон, видишь, кофейное болото, друзья мои. Из одного стакана вытекло, поставили туда другой стакан. В результате у него подмокло донышко и вытек еще и этот стакан. И это все произошло еще пару суток назад. И так что представьте, какое там было болото до этого. А про что речь? Ну, у меня 13 тысяч видео на канале. Если вдруг ты не посмотрел еще, не увидел этого. И, как говорится, как я уже много раз говорил, я уже неоднократно, по многу раз уже обо всем рассказал. И, по сути, мне для самого YouTube мне практически рассказать нечего нового. Но, тем не менее, стоит попытаться, во-первых. А во-вторых, кое-что я заготовил сказать. А заготовил следующее. Вот посмотри, почему я ратую, выступаю за то, чтобы в разных областях образовываться, именно что образовываться, да-да, во всех смыслах этого слова, в разных областях приобретать знания. Ну, в общем, смотри, какая картина, что в одной области, само собой разумеющееся, как говорится, давным-давно уже налажено, используется, то в другой области может быть просто чудом. Вот так. Вот я не знаю, понял ли ты, что я тебе сказал сейчас, но сказал то, что сказал. Вообще, повторюсь, что я вывел следующую формулу, исходя из безнадежности собственного положения, что называется. Я вывел следующую формулу, что, значит, необходимо делать ставку на обогащение личности, личности твоей, твоего сознания, души, вот этих вот субстанций. То есть без, как сказать, без прицела, именно, да, именно вот это слово, без прицела какого-либо на что-либо, на какое-то применение, на то, чтобы из этого какую-то извлечь выгоду для себя или для того же самого общества, для карьеры, понимаешь? Поскольку сейчас вот, что у нас, как осиное гнездо, вот сейчас вот гудит, да, ребята, вот что у нас гудит сейчас, как осиное гнездо? Как осиное гнездо у нас гудит следующее: актуальность, применимость, на хлеб не намажешь, ну, чтобы, в смысле, чтобы намазать на хлеб и так далее, что нужно, значит, знания, которые ты приобретаешь, для чего ты их приобретаешь, чтобы, как говорится, где ты будешь их применять и так далее, как ты будешь зарабатывать, вот это вот все, понимаешь? Вот этим всем сейчас гудит информационное пространство.
забудит рекламами всяческих курсов, в результате которых ты там начнешь зарабатывать свои 100 тысяч и так далее. Вот это вот все гудит, и я тоже очень так же, как и ты, от этого всего мучаюсь. Так же, как и ты, я думал, как с этим всем быть. И вот тебе следующий ответ, как с этим всем быть. Я, как говорится, устроен так. Между мной и всем окружающим лежит определенная какая-то граница. Между мной и вообще всем, что меня окружает. Всем, всем и всеми. Я думаю, это есть у каждого человека. Я уже много это раз обсуждал. Я вообще-то негодовал на эту самую границу, что она причиняет мне боль и несчастье, что я не могу там слиться воедино с женщиной, там, с каким-то другим человеком или с целым сообществом. Но факт остается фактом. Ребята, между мной и всем окружающим, вот всей целокупностью лежит граница. И часто создается впечатление, что эта граница прорвана, что, как говорится, на территории моей личности, моего сознания, моей души уже хозяйничают какие-то посторонние процессы, люди, явления, что-то. Но это иллюзия. На самом деле ничего и никогда внутрь моей вселенной не попадает. Моя вселенная — это отдельно, внешняя вселенная — это отдельно. Но я испытываю мучения, испытываю, как говорится, и боль, и все, и ощущения. Я все ощущаю, все вижу так же, как и все остальные люди. И я вот все это слушаю, все это гудение про карьеризм, про применимость. Слушаю, мучаюсь. И в итоге моей вселенной было постановлено следующее, что в 21 веке во главу угла должно быть поставлено просто обогащение личности ради самой этой личности просто. Да, пускай это, как говорится, будет в никуда, что называется, потому что все наше саморазвитие уходит в смерть. Правильно. Но даже если принять во внимание, что твое сознание, твоя личность, которую ты, допустим, всю свою жизнь обогащал, ты не делал там какие-то общественно полезные работы, а ты занимался саморазвитием. И пускай ты достиг там громадных высот, ты там очень много знаешь, очень много понимаешь, и в итоге это ушло в никуда, то есть в итоге это ушло в смерть. Даже если это так, я все равно бы придерживался именно этой линии. Не знаю, напиши, что ты думаешь. Понимаешь, суть в чем? Суть в чем? Суть в том же моем канале, в том, что он не противоречит сам себе, он противоречит ожиданиям. Возможно, ожиданием аудитории вот так. И то я бы так не сказал. Мой канал, он демонстрирует именно то, что направленность мыслей, направленность действий может быть какая угодно. Важно только то, кто ведет этот канал. Вот и все. Вот это исключительно важно. И ровно то же самое распространяется и на, что называется, на жизнь любого человека. Абсолютно не важно, какое занятие, из какой области знания применишь ты или нет. Важно, что что эти знания, они будут тебя развивать. Вот это важно. Вот так, друзья мои. Ну, как развивать?
значит развивать? Ну, наверное, это и значит. Просто понимаешь, дело в том, что я на личном опыте убедился, что очень много бед происходит чисто тупо от незнания.